Я хотел бы обратиться к экономическим агентам. Во многих местах, где у нас пешеходные зоны, вот как здесь, например, заправка Вьента, там, значит, бассейн на эти кашалот. Если есть желание у этих экономических агентов или у любых других поучаствовать в благоустройстве нашего города, я думаю, что это будет жест достойного уважения, потому что это наш город, и мы должны все делать по возможности что-то для того, чтобы его облагоустраивать. Потому что ждать, пока улучшится ситуация у нас в стране, значит, я думаю, это не совсем правильное решение. И каждый из нас должен делать что-то по возможности. Кто-то, например, может поучаствовать бетоном. Тут нужно будет бетонировать эту полосу, на которой будут также лавочки для рыбаков обустроены и так далее. То есть у кого-то есть бетон, у кого-то есть песок, у кого-то щебень. То есть не обязательно участвовать деньгами, но я готов встречаться и обсуждать эти вопросы со всеми экономическими агентами, которые и в этом конкретном месте, и в других местах города готовы как-то поучаствовать. Мое участие будет везде, но меня одного не хватает на все инфраструктурные проекты в городе.